Вітаю вас, друзі, з новим 2015 роком. Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Ані Тарашевська. Яке свято готується зустріти православний світ, ми дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. І поцікавимось, що є мораль для сучасного суспільства. Этот праздник является свидетельством хранения великой истины о рождении Христа Мессии. Мораль – тот стержень, на котором держится мир. Ты берешь на себя миссию, можно даже сказать, страшную. Главное – сделать математику, на остальное, в общем-то, времени не хватает. Але сьогодні, друзі, я сподіваюся, що нам з вами вистачить часу на бесіду з нашими героями. Ми з вами зустрічаємось напередодні світлого і радісного свята – Різдва Христового. Погодьтесь, що Різдво Христово – це свято дитинства. І усі ми під час Різдва трошки стаємо дітьми. Тому і мова сьогодні піде про дітей і Різдво. Я хочу открыть телезрителям маленький секрет, что все дамы и отец Михаил тоже имеют самое непосредственное отношение к детям. А именно каким образом, вы сейчас узнаете, дорогие телезрители. Отец Михаил, итак, будьте добры, канун Рождества – это светлый, это прекрасный праздник, и этот праздник пахнет детством. В Рождество все мы становимся немножко детьми, правда? Это самый радостный праздник, которые помнят дети самых юных своих маленьких лет, ввиду того, что этот праздник является свидетельством хранения великой истины о рождении Христа Мессии. Поэтому, как деткам в этой великой радостью, и ангелы воспели славу высшей Богу, и на земле мир вселяется благоволение. С этой великой радостью поздравляют деток, и также им дарят подарки. Принято посещать гостей, принято ходить по родственникам и писать великий праздник, а также поздравлять друг друга, что содействует взаимной радостью каждого семейного круга, всех фамилий. И этот радостный праздник всегда более запоминаемый для детей, поскольку, можно сказать, как вы выразились, что это более самый радостный именно детский праздник, когда и взрослые немножко также становятся детьми. Для того, чтобы дети ощущали радость Рождества, нужно и участие взрослых. Они должны рассказывать родители своим детям о Рождестве, о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Конечно, становление ребенка начинается в семье. Да, отец Михаил? Конечно. Прежде всего, родители являются воспитателем своего ребенка с самого начала его существования в мире. И если мы говорим уже о Рождестве, ведь первоначально елка всегда была рождественской. Позже она стала новогодней елкой, а ввиду того, что елка знаменует своего пришествия Христа в мир, и в этот именно дни святок рождественский всегда украшался дом, украшалась ель, которая также является частью праздника торжества. И именно они украшались ради деток и для радости детей. И вот уже очень-очень скоро на рождественской елке зажгутся рождественские такие маленькие огонечки, можно будет загадывать желания. Ну а какое желание? Главное, чтобы детки были здоровы и радовали своих родителей. А для того, чтобы детки радовали своих родителей, отец Михаил, вы пригласили еще гостей, которые имеют самое непосредственное тоже отношение именно к детям. Воспитанию детей. К воспитанию детей. Вот есть такая хорошая пословица, которая говорит о том, что невоспитанность приравнивается к жестокости. И невоспитанный ребенок способен на злые поступки, даже если у него доброе сердце. Ну, конечно, в процессе жизни потом там выравнивается, но тем не менее. Итак, воспитание. Что сие означает? Ну, вопрос в том, что дети в душе своей не всегда добрые. Если даже они сделают какие-то либо проступки, они не имеют целеустремленности какой-то либо и какой-то либо цель, которая уже отделяется в поступке взрослого человека, который что-то либо преследует или свою выгоду, или считает, что можно таким способом себя возвеличить. У детей все бесцельно происходит. Но чтобы они понимали, что правильно, а что неправильно, необходимо, конечно, чтобы, получая уроки воспитания, молодой человек, маленький человек уже понимал, как надо необходимо себя вести. Если брать во внимание, что самые христианские ценности, они заложены в культуре нашего народа издревле, поскольку уважение к старшим
уважение к своим родителям, хранение традиций семьи. Это все исконно. И также единство семьи тоже исконно заложено в ценности христианства, что является одним из добродетелей уважения и хранения любви к ближним своим, первоначально начиная с своих же родителей, со своего рода. И поэтому наша православная церковь, она очень активно принимает участие в воспитании детей с помощью педагогов. Педагогов, правда? Да, конечно. Татьяна, будьте добры, с помощью педагогов. Итак, как с помощью педагогов наша православная церковь может развивать в детях добрые чувства, христианские ценности? Вы знаете, мы действительно собрались не случайно на территории епархии, и мы очень благодарны нашему митрополиту Петериму, который всегда нас благословляет в наших начинаниях. Мы всегда просим наших честных отцов, их молитв, и именно вот в том курсе, о котором сегодня пойдет речь. А сегодня пойдет речь об курсе, который есть хоть и вариативным, то есть тем курсом, который выбирают родители для своих детей. И мы считаем, делает правильный свой выбор. О курсе, который называется «Духовное воспитание», которое несет в своей основе мораль. А мораль – тот стержень, на котором держится мир. Я не побоюсь этого слова сказать. И вы знаете, начиная с 2005 года у нас на территории Украины по постановлению Кабинета министров Украины стало возможным введение этого курса «Основы христианской этики». И не только «Основы христианской этики». Параллельно с этим курсом появились еще несколько программ. Программ, например, такие, как «Христианская этика в украинской культуре». И сегодня в основном мы будем говорить о нем, потому что это то, что выбрало наш регион Николаевской области. Родители и учителя поддержали нас в этом. Вы знаете, я не могу сказать, что только один курс, вариативный курс «Основы христианской этики» — это то, что лишь этот курс воспитает совесть ребенка морального, ребенка духовного. Одна из составляющих, да. И здесь очень важно для нас, педагогов, чтобы в выборе этого курса нас поддержали родители. Потому что это одно из главных условий. Родитель, который дает письменное соглашение на имя директора и в праве выбора изучения его ребенка именно этого курса. И потом, конечно, соответствующее документально мы утверждаем и даем право преподавать непосредственно этот курс. Поэтому родителям мы особенно благодарны, представительница сегодня есть. Вот у нас сидит родитель, да. Ирина Курносик, такая замечательная, милая, миниатюрная, но мама, да. Я очень рада, что у моего ребенка есть возможность изучить такой курс, потому что не всегда в семье найдется время и возможность заниматься дополнительно вот рассказами. Вот «Спаски спекли» и хорошо. Вот. Куличи на Рождество спекли, да. И хорошо, да. Вот. И когда-то занят, когда-то устал. Главное сделать математику, на остальное, в общем-то, времени не хватает. А когда нам предложили возможность изучения такого курса, поначалу мы согласились, название хорошее. Вот. То есть вас сначала привлекло название, да? Да, и «Дорога добра», ну, почему бы и нет, да? Но когда я уже начала сама смотреть, потому что изначально я не представляла, о чем этот курс, вот, то очень даже как бы у меня появились разные идеи, поговорила потом с разными родителями, говорила с детьми сегодня о том, что они думают по этому поводу. Первое, что очень хорошо, что это преподается именно в школе. Потому что то, что ты говоришь дома, не всегда воспринимается ребенком. Может быть, потому что мамы более мягкие, а учитель... Нет, недаром учителя — это учителя, авторитет. А мамы — это мамы. Авторитет, конечно, тут да. Разные уже приоритеты. Вот. И то, что сказал учитель в школе, все-таки как-то у них запоминается лучше, они более послушные там почему-то. Тем более у них такие интересные взгляды на жизнь. Я поспрашивала у всех свое мнение. Вот. И у меня возникла, значит, просьба и пожелание. Исходя из того, что
из наших уже ошибок. Первое, что прежде чем приступать вот к такому курсу, надо поговорить с родителями, не просто взять разрешение, а еще немного их научить. А как они должны дома, то есть должны обязательно дома прорабатывать с ребенком темы. Вот, не только это ознакомление в школе, а каждая семья должна еще дома поговорить о том, как ребенок воспринял. Ага, так это совместный такой труд. Обязательно, обязательно. Угу, не просто там в школе уроки, да? Нет. Сделал математику, проверил и забыл. И все, да, потому что каждый ребенок воспринимает по-своему. У преподавателя нет возможности со всеми оговорить. Вот поэтому дома обязательно очень важные темы должны оговариваться. Потому что если он где-то что-то недопонял, это одно, а если понял не так, а это уже может быть каким-то, может быть, двояким или еще что-то. Тем более такие понятия, как любовь, добро. Вот. Почему святой? Почему святой? Потому что свято. Однозначно все ответили. Вот, то есть у них, понимаете, свое же воспринятие. Поэтому я считаю, что обязательно родители в семье должны оговаривать. То есть родители тоже должны учиться. Вот у нас сидит еще педагог, учитель Елена. Елена, будьте добры. Ирина говорит, что не просто там детям учиться, еще и взрослым нужно учиться. То есть это так, такой труд. Сейчас родители заскучают, скажут, а, это нам учиться надо, не хотим. Ну, це наскільки цікаво і корисно. Це, по-перше, сімейне спілкування. І це ті безцінні хвилини, коли всі разом, розумієте? Зараз дійсно дуже мало часу у людей. І дуже часто таке трапляється, що батьки кажуть, іди подивися телевізор, сядь за комп'ютер, не заважай мені. І тому я своїх батьків, я з самого початку завжди націлюю на те, що ви повинні бути разом завжди з вашими дітками. По-перше, це для вас цікаво і корисно, і вас це буде дуже згуртовувати. І ось, наприклад, коли я зараз взяла зошит з першого класу, да, хлопчика, мама допомогла зробити родовід. Мама разом із дитинкою сіла і подумала, верніше йому пояснила, йому розказала, можливо, й сама згадала, хто там в неї в яких був, в прабабуся. От. Або, наприклад, от мама сама російськомовна, але так потрудилася, тут віршик важкенький. Вона знайшла ці буковки, вписала і розказала, що це був за віршик для свого сина. Це надзвичайно корисно, розумієте? Надзвичайно корисно. Подивіться, які ці малюночки. Дитина, вона ж радіє з того, що вона пізнає цей світ. І тому, звичайно, з батьками ми тримаємо самий тісний контакт. А от якщо, давайте чуть-чуть вернемся назад і об'яснимо нашим телезрителям, що наша Ніколаївська єпархія вже на протяжении достатньо большого количества времени сотрудничает с вами, да? Продолжайте, да. Подхватывайте. Я подхвачу с удовольствием, потому что вот когда наш отец Михаил говорил о том, что праздник Рождества – это праздник для детей, я хочу сказать, что у нас есть еще один момент, когда для детей есть праздник. Это 1 сентября. Несмотря на то, что 1 сентября вызывает разные эмоции. Да, особенно у родителей. Особенно у родителей, правда, вы абсолютно правы. Так вот, те эмоции позитивные, которые вызывают у наших детей, это приход представителей священства на линейку 1 сентября. Ух ты. В нашей области это действительно практика, ну, наверное, все-таки уникальная, я не побоюсь этого слова сказать. Особенно в тех школах, где изучается предмет основы христианской этики, либо предмет христианская этика в украинской культуре. Вот именно он сегодня присутствует у нас на столах, вернее, эти пособия. Почему? Потому что, помимо того, что священники в этих школах благословляют на доброе дело, на начало учебного года, священники заходят в тот класс, где изучается данный курс, и дарят пособие учителю. А данная программа «Христианская этика в украинской культуре» — это не только пособие для учителя, это еще и рабочая тетрадь, с
которой работает непосредственно ученик, который он имеет право брать домой. Да, Елена нам показала. Пані Олена якраз запропонувала нам даний. А плюс ще є забезпечення в цьому комплекті музичного супровіду. Тому ті люди, які розробили для нас даний курс «Християнська етика в українській культурі», а це були представники Білої церкви, ми їм надзвичайно вдячні. Вони нам надзвичайно допомагають змістовно. Всі посібники, вони складені відповідно до вимог, і як до інших предметів, так само. Тобто урок, він має бути все ж таки уроком. Він має бути уроком за формою, за змістом. А єдине, що для вчителя є перевага саме цього курсу, того, що більше є спроможність більших методів використання під час викладання даного курсу. Це музичного супровіду, це презентації, яких теж дуже багато. А от у відборі цих презентацій нам надзвичайно допомагають представники єпархії. І на кожному семінарі або інших формах, спільних формах засідання на обласному рівні, ми завжди просимо представників духовенства, щоб вони нам допомогли у підборі, наприклад, правильних сайтів. Тому що сьогодні ми можемо розгубитися в інформаційних мережах. Є правильне, є неправильне. Так як ми все ж таки православна, правильна, тому вони нам в цьому допомагають. Ну от і знаєте, якщо сказати саме за цей курс, за який говорила пані Ірина, це дорога добра першого класу, дорога доброчинності – це третій клас, дорога мудрості – це четвертий клас. Я втори посібника уже в четвертому класі, вони в самому кінці пишуть послання для дітей, які у подальшому будуть вивчати даний курс. Цей курс розрахований по 11 клас включно. І у нас є приклади на Миколаївщині, де вивчається наскрізно, починаючи з першого і по 11 клас даний курс. А скільки років ви вже сотрудничаєте з Миколаївською єпархією? Я сказала, багато років. З Миколаївською єпархією ми плотно сотрудничаємо вже 5 років. Ви знаєте, і дуже великий досвід, дійсно дуже великий досвід. А знаєте, в чому унікальність цього досвіду? Я вам скажу, дійсно унікальність. І не зря представники інших областей приглашають тепер вже нашу Миколаївську область, щоб ми ділилися цим досвідом. Да. Ну, вроде бы как хвастаться, да, это констатация факта, потому что мы ездили уже в Хмельниччину, и нас очень внимательно слушали представители духовенства и нас, педагогов. А уникальность вот в чем, что каждое мероприятие – это конференция, это семинар, это заседание круглых столов, это написание и разработка каких-то программ, и мы наверняка еще поговорим о перспективе на 15-й год, нам есть о чем тоже сегодня сказать, что мы собираем уникальный формат наших встреч. Это педагоги, это руководители обязательно школы, где будет изучаться этот курс, это представители средств массовой информации, вы нас в этом поддерживаете, за что огромное спасибо. Это обязательно интерес власти, которые тоже нас поддерживают, и это родители. Родители и общественность. Опять-таки огромное спасибо за доверие родителей нам. А вот вы говорили, Татьяна, о перспективах. Какие перспективы? Смотрите, мы пережили 2014 год, слава Богу, и вот уже 2015 год наступил. И, конечно, перспективы у вас тоже, несмотря ни на что, ни на какие-то там шаткости, валкости сегодняшнего дня, но перспективы. Педагоги, они люди конкретные, уверенные, и им все равно, что происходит. У них главное, помните, как это? Главное – елки. Главное – елки. А у педагогов главное – дети. Главное – дети, да. Спасибо, что вы затронули этот вопрос, потому что мы действительно очень серьезно подошли к анализу вот той работы, этих форм деятельности в этом направлении в нашей Николаевской области. И проанализировав, мы поняли, что нам нужно двигаться дальше. Дальше знаете в чем? Есть пособие Белой Церкви, есть пособие, вот они тоже лежат у нас на столе, это Полтава, Полтавский регион. Есть пособие западных регионов, есть пособие северных регионов. Но, учитывая действительно поликонфессионализм нашей Николаевской области, мы задумались вот над чем. И, кстати, инициатором выступила директор нашего института Старя Ивановна Михайловна, в том, что она говорит: Татьяна, а давай-ка мы хорошо подумаем над написанием нашего регионального пособия. Регионального пособия, особенно в тех классах, которые просто необходимо. Это 5-й, 6-й, 7-й, ну и на перспективу, конечно, дальше. Учитывая, вы назвали 5-й, 6-й, 7-й, это самый такой возраст, когда дети еще, уже не совсем, еще дети, но
Да. Со всеми. Потому что есть эти дети, с которыми работает наша Лена, это начальная школа, когда, собственно говоря, убеждать в том, что добро есть добро, да. И не надо, потому что и так верю в любовь, в добро, в честность и тогда в истину этого всего. Пятый класс несколько сложнее. Да, да. Вы знаете, и когда Анна Михайловна предложила и подала эту идею, мы немножечко растерялись. Но потом, когда мы попросили благословения, посоветовались с нашими представителями духовенства, они сказали, мы вас в этом поддержим. Потому что писать пособие только педагогам, пособие, в основе которой лежит православие, христианство, догматические истины, мы не можем без представителя духовенства. И сегодня мы можем уже сказать, что и в плане работы института, нашего института, есть и внесено пособие, разработка такого пособия. Мы планируем создать рабочую группу творческую, мы планируем выехать вот именно в тот регион, где есть наши православные святыни, это либо Константиновский монастырь, либо Пелагеевский монастырь, и, конечно же, с молитвой, с благословением поработать так, чтобы в конце 2015 года мы таки все-таки получилось нам издать наш региональное пособие по основам христианской этики для 5, 6 и 7 классов. Помимо этого, конечно же, мы планируем встречи педагогов и представителей духовенства, потому что педагогов нужно укреплять. Педагогам нелегко работать даже в своих педагогических коллективах и преподавать этот курс. Мы знаем, насколько это сложно. Поэтому, конечно, мы просим представителей духовенства укреплять нас духовно, укреплять наш православный дух. Поэтому помимо этого еще будут различные конференции, будут покровские чтения, то есть то, соответственно, в плане, что внесено на сегодняшний день. Лена, а вам с какими трудностями пришлось столкнуться, когда вы начали вести этот курс «Основы христианской этики»? Ну, непонимание коллег или что? Ні, справа в тому, що, розумієте, тут начебто й було розуміння, і батьки прийняли, але потім це ж дуже відповідально. Це наскільки ти береш на себе місію, можна навіть сказати страшну, тому що ти торкаєшся душі дитини. І тут треба бути дуже делікатним. І в самому уроці бувають такі, знаєте, моменти, от одного разу я не боюся показувати свої почуття, треба прикладом вчити. І в нас є один урок, де таке повіданнячко, що старушечка, така нещасна, бідненька, прийшла попросити у милостиню, і їй відмовили. І тут хлопчик це бачив, і він склав ті мандаринки, яблучки, які вони з мамою купили, булочку, і цю бабусю вони угостили. Я читала, я плакала. І потім, коли ми вже, це було закріплення матеріалу, хлопчик каже, а мені бабусі не жалко. Опа, а чому? А це тільки другий клас. І мені треба зреагувати, і мені треба зробити корекцію. Розумієте? Тому тут треба володіти, да, і майстерністю, да, педагогічне майстерство должно быть. Друзі мої, у нас остається мало времени, хоча вроде только да, встретились, а уже да. Как-то пролетает ефірне время. Но, Тетяна, будьте добры, в каких школах християнська етика преподается, и как другие школы могут это взять? Вот если можно в двух словах. Да, если можно в двух словах. На сегодняшний день в этом учебном году у нас в 82 школах Николаевской области преподается курс «Христианская этика в украинской культуре» и курс «Основы христианской этики». 82 школы. Мало? Не знаю. Наверное, не мало, но и немного, мы скажем так. Поэтому мы над этим еще работаем. На курсах повышения квалификации у нас нет случайных людей. Ни одного случайного человека за эти 5 лет у нас не было. И еще буквально два слова все-таки насчет уникальности наших курсов. У нас не просто тематический план, обыкновенное повышение квалификации. За эти 2 недели, и как постфактум, это право преподавания этих курсов. Эти курсы начинаются обязательно встреча с митрополитом и заканчиваются во время вручения свидетельств про повышение квалификации. Митрополит
говорит каждому педагогу, говорит установку, каждому Здорово. Педагогу говорит слова. Во время этих двух недель мы обязательно посещаем храмы, мы встречаемся с представителями духовенства, которые обеспечивают вот именно профессиональный модуль в рамках наших курсов. Поэтому это действительно здорово. Я считаю, что педагоги все-таки получают ту первую необходимую помощь, и плюс, конечно же, свидетельство с правом преподавания этого курса. Да, я хотела сказать даже, что кроме того, что они идут к детям, не сеять разумное, доброе, вечное, они и сами в душе получают колоссальный заряд, вернее, силу жить дальше и учить детей. Отец Спасибо. Михаил, мы заканчиваем нашу встречу, но канун Рождества, вернемся к Рождеству, будьте добры. Ваше благословение перед Рождеством. Спасибо за внимание. Еще раз хочется поздравить с наступающим праздником Рождества. Господь дал своим пришествием мир великую радость, спасение всего рода человеческого, поскольку Христос, Мессия, примирил падшего человека со своим Творцом, и явилась новая эра, милосердие Божие, эра Нового Завета. Пусть мир всегда пребывает в вашей душе, в вашей семье, и Господь укрепляет на многое благое лето всех вас. І хай яскраві вогники різдвяної ялинки зігрівають ваші серця, друзі, протягом всього року. А яким буде Різдво, почуємо зараз. Я, Ані Тарашевська, прощаюсь з вами. З наступаючим Різдвом! 6 січня – Святий вечір, Різдвяний сочельник, День суворого посту, яскраві зірки на небі, на ясний день. 7 січня – Різдво Христово. Закінчується Різдвяний піст. Починаються святки, які триватиме по 19 січня – до Хрещення Господнього. Зоряна ніч віщує жарке і сухе літо. Яке Різдво, таке і літо.